Мы по-прежнему в Дубае. Всем добрый день. Я нахожусь в районе пляжа GBR. И хочу немножечко вам рассказать, добавить ложки дегтя. В этом рассказе, коротеньком, точнее в этом ролике, пойдет рассказ про туалеты. Туалет на пляже есть. Скажем так, я его только что посетил. Чистота в туалете практически идеальная. Да не практически идеальная, там человек прям вот в прямом смысле этого слова каждые 5 секунд протирает освободившуюся кабинку, сразу протирает, все моет. Так, не то чтобы прям вообще прям моет прям по-жесткому, нет. Но поддерживает чистоту, и она практически идеальная. Это я вам так скажу, 100%. А ложка дегтя заключается в другом. Что этот туалет находится хоть и на самой набережной, но чуть-чуть туда. Чуть-чуть дальше, чем непосредственно на самом пляже. Поэтому многие, я не знаю кто, туристы, ну скорее всего туристы, расценивают раздевалку и душевые кабины тоже как туалет. В прямом смысле этого слова. Поэтому иногда заходишь в душ или в раздевалку и понимаешь, что там сделали такой туалет, ну как сказать, туалет по-маленькому вот такой вот. Будем говорить своими этими, как говорится, именами все называть. Запах, конечно, пипец просто. Просто конкретно пипец. Вот мы пришли на сам непосредственный пляж. Кстати, вот раздевалки, туалеты вот в этих, точнее, раздевалки, душ вот в этих конструкциях. На пляже жарко, цены на пляже прям космические, я не знаю, я просто в английском не шарю, нифига. Я уже немецкий-то, если честно, забыл полностью практически. Но факт в том, что цены здесь космические. На все эти лежаки, на всю эту утварь. Просто в душе помыться стоит 5 дирхам. Это 5 умножайте на 28 и поймете, что это конкретно много. Так, пойду искать свои. Ну, наверное, все, что я хотел сказать, я вам уже сказал. Мы на пляже, и я сейчас пойду плавать. Если своих найду. А где они, я не знаю, честное слово. В общем, имейте в виду, туалет там дальше. Не вижу я своих. Самолетики вон летают, низенько-низенько, катера, бананы и все такое. А где они делись? Потерялась я. Ладно. Всем пока. Привет из Дубая.